Вот я сейчас пару, если негр пойдет на эншентов качаться у них. А, там негр у них? Да-да. Ну, чел два раза. А нет, это разные челы нарандомили. Короче, надо пикать что-то максимально простое, да? Тракса вайпер, Васян. Или веник вайпер. Это настолько простое, что... Очень простое. Это просто как... Ветер. Потому что это спектра. Я хардлейн, брат. Мой хард. Тайп кентер. Или я мид. Ладно. Я хз. Ладно, вот так сделаем. Я не буду саппортом. Я не буду саппортом. Так, ты спектра. Я тут взял. Так, так, так. Ладно. Нормальский закуп. А я вообще не закупился. А ты кто? Я Квапа. А ты нарандомил? Нет. Я вот так, хуй его маникюра называется. Курица вообще не нужна в этой игре. Тайт Гюнтер встал. А вот Тайт нарандомил его. Стандартный вот этот девавр, который с боком просто. Ну, он тоже нарандомил. Почему он говорит, генерация здоровья, восстановление маны? Че, его взять в любой момент можно, что ли? Кого? Манго. Просто да. А же мне? Хорошо. Я побольше сейчас зайду. О, вот дефолтный вот этот девавр, который хочет руну взять, обожаю. Микрофос там в сети, с маской, все дела. Хочешь, я тебе проем здесь для отвода, братан? Ты же суппорт. А здесь проем еще. Ладно, так, лоу, да не стопит. Ой, какие ВР-ки! Какие ВР-ки, ВР-ки. Как же качаться тут сейчас будет, под ПЦ. Ты щиток не взял. Всегда за спектру щиток надо. Тем более против ВР-ки. Так ты не успевал, алё. Я что-то подлагивает. Ладно, я на отводах, ты там под вышкой потом фармить будешь. А, ты с топором, сорян. С топором. Я думал, ты не добьешь. Ой, хорошо, я не добью, Сейчас я пару макасов куплю и буду доволен собой. 150, конечно же. Ой, конечно, она либо заблочила спаун, либо я не знаю. Так, стоп, у нее варда нет? У нее варда нет. Окей. Мразь. Почему она в меня стреляет? Что, конченая? Я ушел. Ну, почти. Ясно. Там просто унижают. Лоу, чел шторма пикнул. Ну ты понимаешь, что шторм это вообще сейчас не это. Юзлис говно у него. А что ему сделали? Монокост очень сильно ульты подняли. Да, вообще по ПЦ. Да. Можно руну? Можно. Два уже она не нужна, лол.
А где она вард поставила, мне интересно. Или я замохал все. Турсян. Ну, то есть сентри ты не туда поставил. Я такой лох, так ты посмотри, как он закрывает этот легкий спавн, там, походу, ты не умеешь разбанивать просто. Там, походу, не. Так и не умею. Не умеешь, не надо делать. Так может ты саппортом будешь? Я? Саппорт? Так вот я не умею, я не варды не умею, я двойные отводы не умею делать. Я уступил на варды, на варды. На варды? На варды. Хорошо. Я на руну. Тор. Вот я ракал вардовый. А сколько там обсервер? Можно в лесу найти. Ну да. Ну или можно отпушить просто. Ну я не выхромлю, там аура меня пистошит. Я на базу пошел. Вот этот какой-то заторможенный. Просто забей. Кто? ОД. Мидер наш. Я, блин, влетаю в штурма, он стоит, смотрит. Мразь тупая. Самое хуево, что ВРК именно об сервером заблочила спавн. Что-то ты горишь. Не лезь, не лезь. Как у меня... Ай, что это за лаги? Что, простите? Ну-ка, встань. Крипочка. Как крипочка? Там что, кто-то идет там, что ли? Может, там спирит эту линию? А, то есть квапу ты не хочешь, ой. Верку ты не хочешь убить. Там крипчики, крипчики. Крипчики, сука, крипчики! Мразь. Первый скилл так сложно еще раз дать. Или ультануть. Тем более у тебя ульта есть. Васян, блин, что ты так мохаешь? Да я чё, я же... Блять, кэри, нахуй вообще это спектра? Легкий, сука, герой, конечно. Да спектра нормы, чё. Ты фармить, блин, не то что, не знаю, не умеешь. Что-то лагает. Как насколько... я фармить не умею, ты чё? Урна, блять, урна на спектру! Что, даун что ли? А чё это? Это топовый итем на спектру сейчас. Да хуета. Ты понимаешь, что это? Ты летаешь по всей карте, забираешь урны, мажешь себя и остаешься на линии этой фармить. А прикол в том, что ты не будешь летать и собирать урны. А почему ты это думаешь? Что... Потому что мы въебём быстрее. Вот на топчанском себе. Бам. И сейчас тебе первый скилл в лицо. Да это ничего страшного. Дай дотянуться. Все, фраг сделал. Доволен собой. Первый есть, нужно поесть. Да меня тут ебут немножко.
что их не изучены. Там скоро. Опрятать. Хорошо. Имени нет. Опа, первая луна. Еще вопросы? Ты же не все время на лайне будешь. Вот в ситуации с ВРкой нужен вангвард и идти фармить леса. Опа, на топе. Угу. Че можешь-то, собака? А он сейчас все сможет. Это кто летит? ВР? Вообще ВР. Еще вопросы, Романыч. Вот вопрос. Все, помните. Опа, ушел. Красиво играем. Смотри, вот, помазался, вот урна. Шторм на резине. Сейчас ты не вылезешь, а нет, вылез. Вот, вылез. Оп, пошел. Шторм в топ идет. Видишь, еще вопросы. Смотри, еще раз помазался. Угу. Хорош. Юзлес урна, да? Так, точно. А ну-ка сюда. Да он забочил. А, без маны. Опа, изи. А вот сейчас ты приехал. Какие котлы? Иди закрой хоть котла, ты чего убегаешь-то просто? В смысле закроет он мне? Или Паэлла, блядь. Мастерца! Какие мансы, господи Иисусе! Вот она урна, вот она. Сейчас негр в тебя. Нет. Вот она урна. И еще сражаться. Да ты лакер просто. Тут Эдьян-то. И я. И ты. И все мы. Только не в меня, брат. Ой, у меня хп мало. Какая боль. Откуда столько боли-то? А что? Как что? Да я сфидел. У меня котл. Что, у меня нету собака? Вот тут походу у всех лагает. Ладно, я пока поссать схожу. Как тебе, Романыч, такое, а? Есть? Потом лансер пушит. Я еще и живу. Какие лансеры? Ты еще и живешь? Конечно. 4-2-5 уже. Вот так вот поиграется. Тихо. Через команд, что ли? Да, конечно. Такого близко. Паузу нажми, ебаный дебил. Ты не в курсе, что у нас, блядь, ты духа вылетел? Спектр, сука, ебаный. Че он кому говорит? А это у нас-то это вылетало, я отжимал. Да? Да. Нормально. Да. ППЦ у тебя. Ноль урны. Прикал.
Да, Ракал? На свой счет посмотри, на мой. Может, потому что у меня хп там 300? Юзлис урна. Надо будет, я еще за Гулю не играл в 6.85. Кстати, знаешь, какая мета сейчас? В 6.85 много за кого не играл. Нет, знаешь, какая мета сейчас? Радик на Гулю собирать. А что там? Ну, в Эншента залазишь в голема, и тебе никто жжешь? Ничего сделал. Да. Я видос смотрел сегодня, там чел рампагу сделал. С Радика? В соло, да, с Радика. Просто фаст Радик 20-я минута, и в голема залазишь, и все. Там у штурма просто по крополям. Блэрки в кэрри дефолтные. Видел? Что они всем селом пришли. Байтилин лансера. Еще я, еще и сульфет нет. О, минута в таверне на 15-й минуте. Угу. Что-то такое. Попить-то ты мне не мог дать? Там тайт не в стиме, ясно все. Да? Тайт не в стиме? Он там комп, наверное, релогает. Ой, я сейчас ульту нажму, мразь. Ой, ясно, ульту нажму. Да, ну там все. Верпичка конченая? Привет, Таур. Конченая. Блядь. Да, собралась. Так а дальше? Вивер, ты чё, нуб? Слышь, я не нуб, я приду. Конечно, нет. Шторм летит. Конечно, связка. Блядь. Там еще кто-то летит. Я вот тут. Да. Я понял. Ну все, умри. Я вот прилетел. Я минуту отсидел, Роман, да? А. Прилетел и снова минуту сижу. Нормально. Нормально, да? Нет, нет, да га-да-да-да-да-да-да-да. Че, стики успел? Пригорел, да? Это все потому, что тайда нету с Равагой. Все, он ливнул. Все, он, да, продал. Смотри, смотришь на тайда? Да смотришь? Все, продано. Бам-бам. Вот из-за того, что ты даун отпаузил дважды, когда мы штормы убивали, он ливнул сейчас. Да, конечно. Хотя из-за чего? Из-за того, что отжимали? Да. Че, ну, ну в смысле, ее... Из-за того, что отжимали, блядь. Там котл с огонимом, ёб твою мать.
штурма еще даже намека на орчик нет. Есть, конечно. До самого орчика еще очень. Ну нет! Какие 5 хп? Васян. Я на 5 хп просто. Я задолбался умирать, а. Ты понимаешь, я сейчас тоже чуть не отъехал, у меня 5 хп было. Ну так это тайдуха. С ним бы выиграли, скорее всего. Юр, почему он манго не прожимает? Совсем что ли? Что он еще зажимает? Что? Манго хороший герой. Этот с агонимом уже на 18-й, конечно. Так вот я предложу. Что, ультирование делаешь? А мне вообще пофиг, пускай он будет. Я говорю, ты там ультирование делаешь. Спите. Да, конечно, связала ты меня. Мне насрать, я тоже попробую аганим сделать. Я все попробую аганим сделать. Так. Нужно, знаешь, как так же, как на нагу, там акулу берешь и просто фармишь до радика. Там фейза, акула, топорик, все, что тебе нужно. У меня немножко другое. Луну берешь и фармишь до радика. Как ты не фармишь, блин? Вот к, ну, вот к этой минуте обычно радик уже должен быть. Ну я потому что, что с руной это делать, драться надо. Вот. Потому что именно фарм надо. Некратом почти мека. Лансера, ну, кусок диффузов, ну еще долго для них. Опачки. Пускай сейчас без арканца. Ой, орчит у кого-то, орчит! У шторма, да, у шторма орчит. А у БРки нет, БРки нет, у котла гоним. Ясненько. Я же сейчас нажму ульту. Ты? Так жмяк. Мне бесит этот скилл у нее. И она еще и не умерла, а не умерла. Что это за? Что это за хилы сейчас? Так вот, как она живет? Не, вот не край, это что за хил такой? Так вот, он на 500 хп отхиливает. На 500 там, на фул хп он не захиливает. Он его максит, наверное, а, что-то. А, и ботинок себе купил. Я ж умра. ЦРГ. СКП. СКП. Этот кот у меня, конечно, бесит. Жи. Верки мэл шторм. Шторм. Вот у шторма орчит. Это просто такое говно. Лансера чего, где есть диффуза? Нет. Ну почти у лансера диффуза. Можно сказать.
Мы его кильнем сейчас. Ты что, я первый, да, должен вылетать? Конечно, нет. А где же ваши радианцы? Хватит троллить. Раша, лол, первый раз. Что-то приехал. И ульту мне, ульту, пожалуйста. Я готов сейчас просто. А нельзя. Или можно? Можно. Смешно. Ой, есть задувочка. Роман, все тебе никогда выйдут не трогай. Я не знаю, как смотреть. Бывает опять это мурай. Лол, мне чуть-чуть догонимо. Если бы бэка еще умираю, походу, нет? Хоть это умирает. Да. Все, мне пофиг вообще. Ты уже сколько раз сдох? Я 7. Ладно. Я почти ровно иду. Главное базу, да, фигня? А что там лансера? У него дифуза, блин, противный. А я, кстати, вообще после вейбека ничего не потерял почти. Нет. Нет, там было, ну, было 3к, сейчас 2700. Да. Вивер это манго уже сожрет, нет в этой игре? Я хз. Сейчас. Третий скилл квапы на катапульте действует. Ну, все вообще на катапульте ведь действует. Давно не удалось от некрофоса. Ладно, все надо дефендирование делать. Что за лаги? Я заору, если сейчас ВР-ку задинает. Да, конечно, ВР-ку задинаили от моего кинжала. Да? Да? Просто забей. Я так уже горит. Еще и лагает, как у Шамиля. Опа, здорово. Че там? Ой-ой-ой, там задувочка на 375. Куда полетел? Ну все, сакрит есть. Доволен собой. Хорош. Хорош. Так, ты еще дифуза тебе можно собрать? Можно. Считай, лансер на тебя вешает дифуза, а ты такой оп, дифуза дифузами снимаешь. Многоходовочка. Еще курицу не потерять, им здесь там вардов не тянет. Ты себе сакрит везешь бережно. Да, он летает, перевязает. Конечно, смотри, что он творит. Да. Красиво.
Да, он что-то есть. Мне не нравится, что мне не нравится. Хороший тайт какой. Ну там, шторм фидонит. Ну чё, ещё 3 минутки подождём. Да? Да ты как раз себе на рецепт не фармишь. Ещё бы из таверны выйти сначала. Точно. Интересно, Тайс будет рейджем фармить крипов? О, я приехал. Как? Меня бесит, меня лагает, ты понимаешь? Вот я сначала... За одним чуваком 4 еще стоят, неприятно, да? Mm-hmm. Вот. Все время дефит хг. Че тайпит? Да, наркоман. Это видно. Так он, походу, обиделся, короче. И все. Ну, и да, сейчас, сейчас катку руини не будет. Мразь. Варных хг снимите. Ладно, если он не даст ревидж или даст его в крипов, я там напишу кое-что его. О, да. Оп! Оп! Ну ладно, вот и опять отдефали, нормальная тема. Да, конечно. Не читался. О, так у меня 3 секунды до ульты. Стоит, продолжает стоять, смотри. Тогда. Да, скоро будет. Как ты считаем, с Радиком там всех пережжешь. Вот тайт, блядь, сейчас. Ой, все, он будет. Ну куда ж ты идешь-то, блядь, ты мне можешь сказать? Да, конечно, у него эти сапожки. Ой, суперботинок, суперботинок. Ладно. Там столько хилов это. Вот там курица, фанит. Зивер там. Ой. Красава. А короче, мне надо топорик, наверное, толкать. Я. Точнее, нет, аппарата не хватит, не хватит. Тридцать голды. Опять пошел сливать. Можешь поуправлять курицей? Я еще сам законтролился.
Ну конечно, я им ничего не слышу. Там миллион хилов. Тогда вот там вообще. Там забувка, хилит, там хилит, и так все равно хилит. Пиздец. Нет, тоже забей. Не, ну это танки. Не подождали. Какие орчи, да какие... А, это старый-то. Я хотя бы не от ульты сдох. Где там радик? А, ясно, 170 был. Или у тебя в куре был? Нет, рецепт. У меня в куре рецепт. Ясно. Он походу... А, так ему походу и дружок сказал, что ты не ждешь. Он типа... Не, ему не вивер, может он с ОД играет. Так у лансера Яша Владимир. Какие догоны, иди нахер. Какие догоны? Четвертый, Васян. А, Юштарма догон второй. Нормально. Верки огоним. Нет, все, они в трон идут. Блин, почему они в трон идут? Как же линии? Как же тазик? Угу. Да конечно, вся, да. А, всё. Много этого догонов. Ну, не крабу взять, а. И в меня просто ульту. Ну, всё, там. Юфу, хп. Просто бред. Нет, ну что это, доты достаточно. Да. Опа. О, тебе он нужен?